Здравствуйте, меня зовут Ланселот. Да, очень прекрасное имя, оно в России единственное. А расскажите, что вас привело на выставку НАМ и почему у вас так много сумок? Что-то выиграл, что-то купил. Вот. Дело в том, что я музыкант, играю на 5 инструментах, занимаюсь немножко музыкой, ну, как бы интересуюсь то, что сейчас находится здесь, на стендах. Что-то мы решили еще приобрести. Выставка хорошего плана и для музыкантов. И я думаю, что ее нужно каждый год проводить в таком объеме, как мы это видим ежегодно. Я хожу на выставку ежегодно, со дня открытия. Вот, поэтому выставка не теряет актуальности. Люди сюда приходят, покупают что-то, интересуются музыкой, вот, получают какие-то новости о музыке.